Вернулись с того света. В Дагестане врачи республиканской клинической больницы спасли женщину, пережившую клиническую смерть. Медики боролись за жизнь коллеги в течение 45 минут. Все подробности удивительного спасения в сюжете Патимат Ханаповой. Это спасение практически можно назвать чудом. Сердце больной не билось в течение 45 минут, но ее мозг не пострадал. Такие случаи встречаются, но крайне редко. Даже самые опытные врачи не могут объяснить с научной точки зрения, как такое происходит. Период, в течение которого медики могут здоровым вытащить человека из клинической смерти, не превышает 6 минут. А тут эта цифра в 7 раз больше. Мы не допустили того, что произошла гипоксия головного мозга, то есть женщина должна была выйти из этого состояния без неврологического дефицита. Это было очень важно. Вот, но только на 45-й минуте нам удалось завести сердце. Случай, когда 45 минут, это крайне редко. При клинической смерти останавливается сердце, начинается кислородное голодание, которое приводит к гибели мозговых клеток. А это значит, что человек уже не вернется прежним. Поэтому очень важно искусственно поддерживать процессы. Благодаря профессионализму и грамотной медпомощи этого удалось избежать. 4 специалиста поочередно и непрерывно делали женщине массаж сердца. Завести его врачи пытались 12 раз. Скажите, как себя чувствуете уже? Сейчас уже лучше. Намного лучше. Конечно, хотела бы сказать нашему замглавврача Виталию Гечевичу, заведующему отделением Аритмоложенных нашего, всем девочкам, кто здесь работает, заведующим, всем очень хорошо, быстро, оперативно помогли мне, привели в чувство. Честно сказать, даже не помню, что было, но очень благодарна. Патимат – сотрудник республиканской клинической больницы. За жизнь коллеги и медики боролись до последнего. Осложняло ситуацию то, что пациентка перенесла операцию на сердце и имела искусственный протез на клапане. В настоящее время женщина чувствует себя хорошо. Она находится в отделении общей реанимации. Ее жизни уже ничего серьезного не угрожает. Много чего было сделано. В итоге состояние больной лучше. Все, что возможно, было сделано еще в условиях на рабочем месте. На сегодня состояние пациентки средней степени тяжести. Пациентка активна, гемодинамика стабильная, ритм у нее синусовый. В принципе, пациентка готовится к переводу в отделение кардиологии на дальнейшее наблюдение с кардиологами. Патимат Ханапова, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала.